Итак, продолжение следует. В первой части этого видео мне показалось, что она пришла, ну, то есть не подлежала восстановлению, там было немного отхождение от этих двух частей. Вот, но здесь мне помогли, и, в общем, нормально ее защелкнули, и все. Она просто, видать, может быть, где-то стукнулась при перевозке, и вот эти, и немного раскрылась. Ну, в общем, мы просто ее защелкнули, и все, она, в принципе, целая и нормальная. Вот, потому что коробка вот была помята, и, мне кажется, где-то стукнули, наверное, при перевозке. Вот, ну, в общем, продолжаем обзор. Давайте попробуем ее сейчас включить. Здесь, я так вижу, кнопка включения, кнопка перемотки песен, стоп, там и пуск, и есть еще режим принятия звонка во время прослушивания музыки. Сейчас я покажу. Вот этот дисплей здесь резиновый, кнопки сама колонка пластиковая. Вот сзади такая присоска и отверстие самой колонки звуковые. Вот также здесь отверстие для подзарядки, то есть вот такой проводок есть обычный USB для зарядки колонки. Вот, напоминаю, стоила эта колонка в 395 рублей. Давайте попробуем включим. Так, я вот сейчас нажимаю. Так, вот сейчас она подключилась. Вот, давайте попробуем поймать Bluetooth от телефона. Сейчас включаю Bluetooth на телефоне. Так, вот устройство одно найдено внизу. Не знаю, видно вам, нет. БТС-6. Так, нажимаем. Так, вот, значит, Bluetooth у нас подключился. Вот написано «подключено». И цветовой сигнал, вот здесь, который на ней был, он теперь горит просто синим. Вот, подключилась. Давайте попробуем прослушать тогда на ней музыку. Так, сейчас. Так, вот я включаю музыку. Включил уже. Прибавляем на свой телефон. Так. А, здесь вот, смотрите, вот этим я могу переключать треки. Вот этой кнопкой. Переключаю. Вот мы переключились на первую. И она автоматически сама начинает воспроизводиться. Так, вот это максимум. Звук я подключила. Довольно-таки громкая колонка, нормально тут. И попробуем ее, например, прилепить вот сюда, на поверхность. Вот, держится крепко.
И еще один эксперимент. Сейчас попробуем позвонить на нее во время звонка. Сейчас мой ассистент пойдет в другую комнату и попробует позвонить. И попробуем принять звонок. Она у нас присосана была к книжке мягкой, но так она очень сильно присасывается. Так, давайте попробуем сейчас ответить. Нажимаем на трубку. Алло. Алло. Раз, два. Слышно? Да, все слышно хорошо. Все, сейчас там кладу трубку. Вот телефон звонит сюда. Все, отположили трубку, и продолжается музыка. Так, все, останавливаем. Все, ну у нас тут такая ситуация получилась, что она отлепилась немного от этой книги, но я уверена, что это из-за того, что вот это мягкое. Просто я не знала, на что здесь прилепить, и вообще она должна приклеиваться к гладкой такой поверхности, например, как кафель в ванне. И я думаю, она, ну, намного дольше может провисеть. Но я думаю, все равно за этим надо будет следить. А так, в принципе, если вы ее даже к столу приклеите, очень прикольно, и можно действительно послушать музыку с телефона. Намного будет... Да, и намного будет громче слышно. Вот, также можно слушать эту колонку в машине, то есть при вождении, и также можно легко отвечать на звонки. Вот. Ну, в общем, кому колонка понравилась, действительно, потому что, мне кажется, за 395 рублей это не так дорого. Ну, на сайте, и, в принципе, можно послушать музыку в любом месте дома, с телефона. Вот, ссылочка будет в описании под видео. Вот, кто хочет, можете заказывать. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Будут скоро новые видео с обзорами. Все.